Ростов сегодня – это предчувствие смягчения ограничений. С понедельника наряду с сертификатом о вакцинации или перенесенном ковиде можно будет предъявлять справку о медотводе в комплекте с отрицательным ПЦР-тестом. Возобновятся секции и кружки. Это пожар в квартире пятиэтажки, боезапас в запаске на пути через границу и дом с наркотиками и боевой гранатой. А также защита прав потребителей наградами и рисунками и призыв к молодежи стать донорами. Ростов сегодня – это удачный старт гандбольной сборной России на турнире в Норвегии. Там под обстрел попали кореянки. И подготовка футбольного Ростова к старту второго круга матчем с Ахматом. А еще это торжество хоккеистов Ростова над Югрой с потерей чистой победы и успехом по буллитам. Военно-историческая игра в солдатике. И ноябрьские плюс 16 за окном. Здравствуйте, на Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Алина Николаева. Коронавирусные ограничения будут смягчены в Ростовской области с понедельника, 29 ноября. Послание утвердил сегодня Василий Голубев. Чтобы попасть в театры, спортзалы, торговые центры и так далее, то есть в места, где требуются сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, теперь можно предъявить справку о противопоказаниях к вакцинации, но обязательно с отрицательным ПЦР-тестом. Один из трех этих документов даст пропуск на торжество в ЗАГС. При этом число гостей больше ограничиваться не будет. Люди с медотводом не обязаны сидеть на самоизоляции. Разрешается работа елочных базаров. С 1 декабря возобновляется работа детских кружков и спортивных секций. И еще одно важное смягчение для болельщиков. При походе на Ростов-арену или матче наших гандбольных, баскетбольных, хоккейных клубов теперь не нужны отрицательные ПЦР-тесты детям до 18 лет. Областную инфекционную больницу планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Об этом сообщает региональный пресс-центр по информированию о ситуации с ковидом. Строительно-монтажные работы завершены и до 1 декабря должна быть закончена пусконаладка инженерных систем. Вакцина от коронавируса для подростков от 12 лет может поступить в гражданский оборот через 3 недели. Об этом заявил сегодня Михаил Мурашко. Первые серии уже произведены и сейчас на контроле качества. По завершении контроля, а он займет именно 3 недели, передать их в гражданский оборот. Ну а данные по пандемийной ситуации на сегодня таковы. 646 новых случаев заражения зафиксировано в Ростовской области. На Ростов приходится 187 из них. Дальше привычно Таганрог и Шахты – 36 и 34 положительных теста. Смертность на пике – 39 умерших в сегодняшней статистике. Причем немало довольно молодых людей. Женщины 29, 35 и 47 лет. 44-летний мужчина. Привились от коронавируса за сутки чуть больше 5000 жителей области. В целом по стране заболевших 34,5 тысячи. Умерли 1235 человек. Больше 36 тысяч выздоровели. Боезапас в запаске прикатился в Россию с Украины, но на границе колесо с контрабандой оружия остановилось. Подробности этого уже уголовного дела в сводке Ростовского городового. Также Лидия Романченко расскажет об утреннем пожаре в пятиэтажке и полумиллионной партии неполноценных сигарет. Самые заметные происшествия в сводке Ростовского городового. Расскажу о них я, Лидия Романченко. Здравствуйте. Пожар тушили сегодня в Азове в пятиэтажке на улице Степана Разина. Сообщение о возгорании поступило без четверти 11. Пламя врывалось с балкона на 4-м этаже. Но, судя по кадрам, снятым очевидцами, огонь добрался и до 3-го, и до 5-го этажей. Меньше чем за полчаса пожар удалось ликвидировать. Его площадь в итоге ограничилась 10 квадратными метрами. МЧС сообщает, горели домашние вещи. Причина возгорания устанавливается, никто не пострадал, спасены 2 человека. Автомат, пистолеты и 2 сотни патронов к ним. Такой боезапас в запаске пытался провести в Россию гражданин Украины. Что не поместилось в запасном колесе, он спрятал в спинке сиденья. В операции по задержанию участвовали пограничники ФСБ, сотрудники оперативного розыска Ростовской таможни по Таганрогу и транспортные полицейские. Из машины изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова и 223 патрона к ним. Возбуждено уголовное дело о контрабанде оружия. Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.
Срок посерьезнее может получить 33-летний сальчанин, дома у которого нашли боевую гранату, а усилили эффект обнаруженные при обыске наркотики. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое растительное вещество марихуана общей массой где-то 280 граммов. Заодно это можно угодить за решетку на 10 лет, а тут заведено два уголовных дела за незаконное хранение наркотических средств, а также приобретение и хранение взрывных устройств. 500 000 пачек сигарет без акцизных марок, готовых к сбыту, обнаружили при обысках в Ростове сотрудники ростовской таможни и Донского управления ФСБ. Коробки с нелегальной табачной продукцией принадлежали предпринимателям, но документов на них не было и в помине, как и специальной маркировки. При том, что партия оценивается в 70 миллионов рублей. Теперь бизнесменам грозит статья за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Материалы дела переданы в полицию. На этом у меня все. До встречи. Награждение детей за тематические рисунки, благодарность предпринимателям, обмен успешным опытом. Региональная конференция по защите прав потребителей прошла в Ростове. В этом году, по оценкам потребителей, Ростовская область стала второй в российском рейтинге. Так что нашему департаменту потребрынка было что посоветовать коллегам из Татарстана и Башкортостана. Нерациональные потребители и их протагонисты нашли свое место в сюжетах 250 детских рисунков, за что авторы отмечены грамотами. Региональная конференция по защите прав потребителей началась с награждением самых маленьких лауреатов. Лозунг, провозглашенный Всемирной общественной организацией по защите прав потребителей, является защита окружающей среды от пластиковых отходов. Эта тема нашла глубокое отражение в сердцах наших молодых, юных участников конкурса и отражение в их работах. Вместо листьев на деревьях растут пакеты, а в реках вверх брюхом плавают пластиковые бутылки. Так увидела современные экопроблемы Саша Смирнова, ученица 40-й ростовской школы. Надо использовать меньше пакетов и больше экосумок, чтобы не навредить природе. Идею рисунка Саши и других детей из Батайска, Азова, Новошахтинска отметили благодарностью в областном заксобрании. Тема сложная на восприятие и с точки зрения, как ее можно реализовать детям. Ну, достаточно взрослая и серьезная тема. Очень важно, что мы прививаем детям вот рациональное потребление с самого детства. Позже началась основная часть конференции и награждали уже предпринимателей. Это колоссальный вклад, работа большая, произведенная всей командой наших кафе. Благодарность нашему потребителю за то, что он выбирает нас. Оценивали и работу департамента. По созданию условий для защиты прав потребителей Ростовская область заняла второе место по всей России. За бесплатной юридической помощью в приемные на горячую линию обратились почти 5000 жителей региона. Работать с ними департаменту помогают в Роспотребнадзоре, городских и районных администрациях. Этим опытом наши специалисты делились на конференции по видеосвязи с коллегами из Татарстана и Башкортостана. Главный посыл здесь – повышение правовой грамотности потребителей. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Студентов и работающую молодежь Ростова позвали в донорское движение. Сегодня в Центре службы крови Федерального медико-биологического агентства России прошла донорская акция. Ее участниками стали около 40 человек. А дальше за это дело возьмутся вузы. Сдавать кровь полезно и для собственного здоровья, уверен Яков Ридванский. Студент ЮФУ знает, о чем говорит. Учится на химическом факультете, с процессами организма знаком. А если прибавить социальную пользу донорства, дело приобретает статус необходимого. Для меня более мотивирующие – это дети. Насколько я знаю, оно зачастую идет не для людей после аварии и так далее, а больше для детей. То есть, ну, насколько для вас социальная миссия помочь ребенку? Как бы, хочу, чтобы в России люди все больше мотивировались на это, приходили. Желание помочь людям мотивирует Андрея Тарасова уже больше 10 лет. У почетного донора России сегодня 70-я донация. Как подготовиться к процессу, знает на автомате. Главное – выспаться и хорошо позавтракать. А после не спешить с физическими нагрузками. Своим опытом сегодня делится с новичками. Ростовскую молодежь пригласили в доноры. Студенты – это рабочая молодежь. С нами сегодня вместе работает Союз машиностроителей России. Это молодежь рабочая будет. Это также молодежь с вузов, будет ДГТУ, ЮФУ. В общем-то, та молодежь, которая составляет костяк города Ростова. Сегодня планируется в районе 40 участников.
За организацию акции взялись депутаты Гордумы и специалисты отдела по делам молодежи администрации Ростова. И одним днем работа по расширению донорского движения не ограничится. С 1 декабря 2021 года мы решили запустить месяц донорства в каждом высшем учебном заведении нашего города. 1 декабря у нас стартует операция в Донском государственном техническом университете. И в последующем мы будем объявлять, в каком вузе. Такому притоку добровольцев на станции переливания крови только рады. Пополнять банк нужно постоянно, а во время пандемии с этим бывают сложности. Когда случилась пандемия, да, конечно, был отток донора, потому что люди боялись идти. В прошлом году у нас был, особенно в начале года, весной, был недостаток доноров, но молодежное движение, вот медики Дона, помогли нам организовать доставку доноров с помощью такси. В целом молодежь в донорстве активно, отмечают в Центре службы крови ФМБА. Неравнодушны и работники крупных предприятий города. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Недетские поступки 8 школьников заметили на высоком уровне и наградили их медалью за проявленное мужество и благодарственными письмами Совета Федерации. Эти дети в возрасте от 10 до 17 лет проявили мужество в экстремальных ситуациях – в огне и ледяной воде. Деревянка, Горбачева и многих других, в том числе Татьяна Андреевна Малюкова. Сегодня в военно-историческом музее рассказывают о героях Великой Отечественной современным героям, которым еще нет и 18. Лене Брыкалову вообще было 10, когда пришлось проявить мужество. В октябре прошлого года у него дома начался пожар. А взрослых дома не было, только Леня и 7-летняя сестра Василиса. Взорвался аккумулятор робота-пылесоса, и квартира тут же заполнилась дымом. Я побежал к раковине, намочил две тряпки, дал одну сестре, одну себе. Потом мы пошли в коридор, я увидел там огонь и хотел его немножко... потушить немножко. Потом пошел опять на кухню, достал тазик, такую мисочку пластиковую, налил туда воды, но не смог поднять, потому что у меня были сломаны обе руки. Правой я держал тряпку, а левой я пытался поднять. У меня ничего не получилось. Не каждый взрослый сориентируется в такой ситуации. А 10-летнему мальчику удалось. Помогли рассказы мамы о технике безопасности. Осложняло ситуацию то, что у Лени были сломаны обе руки, а с гипсом было сложно повернуть ключ и открыть дверь. Но ему удалось, и дети выбежали в подъезд, попутно стуча в двери соседей. Максиму Ишимцеву тоже было 10, когда он показал себя настоящим мужчиной. В феврале мальчик гулял у реки Грушевки, на льду которой играли третьеклассники. Максим предупредил, что это опасно, и пошел дальше. А потом услышал крики о помощи и вернулся. Я сначала обдумал, лезть или не лезть, просто он уже начал лед. Ну и, конечно, я взял его за руку и начал вытягивать его. Полтора раза больше меня весил. Куртка вообще его уже тянула вниз, он стекал уже больше часа. Сегодня ему вручают памятную медаль Совета Федерации за проявленное мужество. Награждение школьников – всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои», который выражает благодарность проявившим героизм детям и подросткам. Такой традиции уже 9 лет. Мы восхищены теми поступками, которые совершают, казалось бы, дети. Но на самом деле, я уже им сегодня говорил, на них теперь будет равняться любой район, который они представляют. Сальский ли, Константиновский ли район, Родион Несветаевский. Мы гордимся такими людьми. В большинстве среди награжденных – те, кто проявил свою храбрость на пожаре. Екатерина Лободина, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Медаль Алексея Береста. Такая новая областная награда учреждена в Ростовской области. Василий Голубев внес предложение, депутаты Заксобрания единогласно приняли. Этой медалью будут награждать за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга с риском для жизни. А еще за успехи в патриотическом воспитании подростков, сохранение воинских традиций и личный вклад в увековечивание памяти погибших защитников Отечества, содействие поисковым работам. Такое разнообразие можно объяснить тем, что Алексей Берест героически проявил себя и на войне при взятии Рейхстага, и в мирное время, когда погиб, спасая девочку из-под поезда. Медаль Береста станет основанием для получения звания ветеран труда Ростовской области.
Масштабные учения провели спасатели на полигоне Донского спасцентра МЧС. Отработаны различные сценарии развития техногенных ЧС, возможных в нашем регионе. Спасатели искали и обезвреживали взрывоопасные предметы. Кинологи пострадавших под завалами, помогая им выбраться. Профессиональные умения показали газодымозащитники и альпинисты-высотники. Была ликвидирована условная утечка аварийно-опасных химических веществ. В учениях задействовали как технику малой механизации, так и крупную инженерную – плавающий транспортер. Всего в учениях принимало участие 100 человек личного состава и 15 единиц техники. Происшествие не допущено. Спасатели Донского центра одни из первых выезжают на крупномасштабные ЧС не только в Ростовской области, но и на территории ЮФО и Северного Кавказа. В этом году они обезвредили почти сотню взрывоопасных предметов, участвовали в ликвидации последствий паводков в Крыму и Краснодарском крае. На Западном появилась новая детская площадка, больше похожая на полноценный парк аттракционов. Но вечно недовольные горожане уже успели ее раскритиковать. А в парке 1 мая замечены новые деревянные лавочки и дорожки. Как все это благоустройство комментирует в соцсетях, подсмотрела Юлия Карасюк и готова об этом рассказать. Да, еще раз ростовчан восхитила фотография кота, который мечтает попасть к дамам своего сердца, но все безуспешно. Стало известно, как будет выглядеть новый парк аттракционов рядом с парком Плевен. Там уже почти все установили. Очень высокая закрытая горка, похожая на трубу в аквапарке, футуристические арт-объекты и гигантская сова. Дети летом в железных трубах зажарятся, негодует автор фотографий. Ну да, нам хоть новый бассейн построить, дети намокнут. Хотя в комментариях недовольных все же меньше. Отличная современная площадка. И почему люди всем недовольны? Сделали бы из пластика, ворчать. Либо сделали металлическую, бурчат. Единственное, чего не понять, так это почему площадку сделали к зиме. Будем надеяться, что она переживет холода в целости и сохранности. Заметно обновился и парк 1 мая. Дизайнеры явно вдохновлялись скандинавским стилем и сделали дорожки и лавочки из дерева. Выглядит очень красиво и сдержанно. Понравилось и другим ростовчанам. Под фотографиями они восхищаются таким благоустройством. Хотя у некоторых возникают сомнения в сохранности дерева. Все же наш климат может эту композицию разрушить. Вселенское разочарование читается в глазах нашего следующего героя. На этой фотографии прекрасно все. И надпись «Не пускать кота, у нас уже 10 беременных кошек», и ломящийся в дверь пушистый. Пустите, он просто беременную навестить, шутят знатоки животных и обвиняют жестокое руководство общежития. Дискриминация по кошачьему признаку. А у меня на этом все. Передаю слово. Спасибо, Юля. Продолжаем выпуск. Смотрите во второй части программы. Ростов сегодня – это удачный старт гандбольной сборной России на турнире в Норвегии. Там под обстрел попали кореянки. И подготовка футбольного Ростова к старту второго круга матчем с Ахматом. А еще это торжество хоккеистов Ростова над Югрой с потерей чистой победы и успехом по буллитам. Военно-историческая игра в солдатике и ноябрьские плюс 16 за окном. Сборная России по гандболу готовится к чемпионату мира. И важнейшим плацдармом станет товарищеский турнир в Норвегии «Интерспорт Кап». Участвуют в нем команды серьезные, одни хозяйки чего стоят, а еще Нидерланды и Южная Корея. С последней россиянки стартовали, а как, обрадует наш гандбольно-футбольный корреспондент Лев Клинов. Да, начали наши девушки мощно, то ли кореянки так слабы, то ли так пошло. Но сборная Южной Кореи разгромлена без шансов. Но вернемся чуть назад и удивимся еще одному результату. Норвегия просто разорвала крепкие с виду Нидерланды 36-21. В нашей команде, напомню, к чемпионату мира готовятся 5 гандболисток Ростов-Дона, и одна из них стала самой результативной в матче с кореянками. Впечатляюще начала сборная России товарищеский турнир «Интерспорт Кап» в Норвегии. Сборная Южной Кореи разгромлена без шансов. Правда, первые минуты матча получаются совсем безголевыми. Только Антонина Скоробогатченко своей ударной левой с позиции левого полусреднего входит в линию и точно бросает в ближний. А корейского тренера кто-то из его делегации пытается соблазнить бутербродом с помидорами. Ну да ладно, в старте из ростовчанок только Анастасия Лагина, и за первые 5 минут ей смогли забросить только с пенальти. А когда представительниц Ростов-Дона на площадке станет больше, сразу пойдет дело в атаке. Вот, к примеру, забрасывает Милана Таженова и станет по итогу главным бомбардиром.
Вообще, Милана – главный двигатель нашего отрыва. Практически три подряд, а в матче 6 – это почти пятая часть всех мячей сборной. Ну и нельзя не отметить Анастасию Лагину, которая отыграет первый тайм с отличным процентом надежности – 42. И вообще, сборная чувствует себя комфортно, и уже к середине тайма счет 13-5. Лагина надежна и на 7 метрах. А фирменный мяч Юлии Моногаровой в быстром отрыве довел счет до унизительных для Кореи 21-8. В середине второго тайма отрыв стал максимальным – плюс 15. И только в концовке кореянки смогли чуть подтянуться. Побеждаем 34-24 и отмечаем, что у Моногаровой 2 гола, Фролова и Зеленкова забросили по разу. В субботу играем с Нидерландами, которые в первом туре неожиданно крупно проиграли хозяйкам турнира норвежкам 21-36. Футбольный Ростов откроет второй круг чемпионата страны в Грозном. Наш клуб отстает от Ахмата на 4 очка. В домашней игре ровно 2 месяца назад подопечные Андрея Талалаева были сильнее. Давайте посмотрим за тренировкой перед реваншем. Первыми на одну из последних осенних тренировок идут в паре Байрамян и Камличенко. Харен на прошлый матч вышел в старте, а Николай появился на 75-й минуте и, если бы попал в створ на добивании, принес бы победу над Уфой. Дальше идет молодежь и отдельной обособленной группой вратари. Почему-то вместе с капитаном, уже матерым сборником Данилом Глебовым. Вот он уже на тренировочной поляне с громким подсказом. Вратари с первым в рамке Сергеем Писяковым сразу начинают моделировать возможные нападки Ахмата. Но им, наверное, теперь легче. Ведь, отбыв наказание за перебор желтых карточек, на поле может появиться Баштуш. Первый круг позади, можно подвести промежуточные итоги. Сложно начинали, но потом вроде бы как под конец реабилитировались. Можно было где-то выжимать больше, набирать большее количество очков, но не получилось. И я думаю, что нужно завершить чемпионат сейчас, первый круг. До зимней паузы подготовиться на сборах хорошо и провести плодотворный сбор и уже войти и подниматься как можно выше в турнирной таблице. Во время интервью кто-то вызвал Кирилла на дуэль, бросив перчатки. Ну, а мы надеемся, что Фольмер вместе со всей командой планирует еще до зимней паузы набрать баллов 9 и подняться вверх по таблице. Начать нужно уже в субботнем матче с Ахматом. Сейчас мы на 11-й строке, Грозный 9-й. Тренер сегодня на теории сказал то, что мы идем по созданным моментам на первом месте и по реализации. Так что я думаю, что так как мы создаем много моментов, нужно выжимать, забивать больше, и тогда будет больше количества очков, и будем выше в турнирной таблице. Все просто. Я думаю, что все просто так, на словах. А так посмотрим, как будет на деле. На деле нам в этом матче из-за перебора желтых карточек, как в прошлом туре, Баштуш не поможет Данила Сухомлинов. А играть команды начнут в субботу в 16:30 по Москве. Обладатель Кубка Петрова, Югра, до очного матча с Кондорами шла в пятерке. Ростов чуть ниже, но не дотянул до победы всего 22 секунды. Потом, правда, все-таки справился буллитами. Уже на 5-й минуте первого периода Артем Пеньковский выиграл вбрасывание, сместился на пятачок и в ближнем бою переиграл голкипера. А ближе к перерыву ростовчане укрепили преимущество, реализовав большинство. В цель попал дальний бросок Павла Шена. Для форварда, который совсем недавно перебрался из Сочи, эта шайба стала первой в составе Ростова. Во втором периоде хозяева оборонялись, гости атаковали, но без заброшенных шайб. Третья 20-минутка также прошла с преимуществом сибиряков. И обе шайбы им удалось отыграть. Причем счет сравнялся за 22 секунды до сирены, когда Югра играла в 6 полевых без вратаря. 2-2 в основное время, овертайм по нулям. Как и в прошлом матче, в воротах на буллитах Данилу Кудашева сменил Никита Масленников. И в этот раз не допустил ни одной ошибки. А Сава Красава Андреев забросил решающую шайбу 3-2. Сами понимаете, что все-таки команды вот с первой восьмерки, скажем, да, ну, очень тяжело против них играть. Ребята выстояли, молодцы. Учитывая то, что мы сегодня играли в усеченном составе, у нас три основных защитника сегодня не играли по своим причинам.
Вот. И те ребята, которые сегодня вышли на лед, они показали, что на них можно рассчитывать, положиться, и молодцы. Теперь Ростов отправляется в турне по маршруту Москва-Тюмень-Ханты-Мансийск. В следующем туре 1 декабря сыграем в столице со «Звездой». Лев Клинов, первый ростовский. Историю сегодня будем изучать по миниатюре. Военно-исторической. В музее краеведения солдатики, диорамы, стендовые модели. Красноармейцы, польские крылатые гусары, солдаты наполеоновской армии и воины Александра Македонского. Ростовский военно-исторический клуб предлагает увидеть, как создание фигурок превращается в искусство. И вспомнить, что 35 лет назад была первая выставка «Стойкий оловянный солдатик». Французская старая гвардия при Ватерлоо, азовское осадное сидение, ботик Петра I, святой Николай, и все это в миниатюре. Здесь эпизоды военных сражений и исторические иллюстрации былой жизни разных эпох. Фигурки солдат и генералов, обмундирование и вооружение уменьшены по сравнению с реальными во много раз. Битва на реке Граник, сражение армии Александра Македонского недалеко от легендарной Трои. Здесь масштаб 1:72. Ну вот смотрите, вот фигура Ибера, это совершенно другой формат. Это у нас уже здесь 70 миллиметров. Ну и что хотелось бы отметить, это вот образец Петербургской школы росписи военно-исторической миниатюры. Это достаточно известный мастер Татьяна Габченко. Невероятная проработка деталей. Если вы посмотрите, там и лицо, и щит проработаны настолько интересно. Но это вот, кстати, один из поводов, почему выставку надо смотреть вживую. Тут необходимо стать скрупулезным, терпеливым, аккуратным и занести мастера Андрея Никулина в книгу рекордов. Это доспехи Фердинанда II Тирольского, только они здесь уменьшены в 6 раз. Точно такие же, только в 6 раз меньше. И что интересно, посмотрите, как выполнена кольчуга. Тут астрономическое количество очень-очень маленьких колечек. Вот эта работа изготовлялась 5 лет, можете себе представить. То есть вот настолько работы бывают емкие. Владимир Демченко сделал военную версию перовских охотников на привале. Бойцы Красной Армии вписаны в картинную раму и в тех же позах ведут оживленный разговор, видимо, о том, какого тигра подбили. Вот замечательная тоже работа нашего ростовского скульптора Владимира Сычева. Это одна из его вот недавних работ. Такое очень интересное решение. С одной стороны Брестская крепость, с другой стороны наши солдаты около Рейхстага. То есть такое от Бреста до Берлина. Мы помним кадры хроники освобождения Ростова в 43-м. А так в миниатюре выглядит один эпизод того дня, когда город проснулся свободным. Работать Центра детского технического творчества города Ростова-на-Дону. Очень это работа Ильи Федорова, Артема Трудкова. Смотрите, за основу взята реальная фотография. Это вход в центральный рынок со стороны Буденновского. И там стояли такие две замечательные статуи, колхозника и колхозницы. И войска Красной Армии входят со стороны реки Дон. А это афиша первой выставки Ростовского военно-исторического клуба, что была в 1986-м. Нынешняя же история в миниатюре символично продлится до 23 февраля. Галина Белоусова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Первым снегом запомнилось ростовчанам эта неделя. Не слишком серьезным и напористым, но все-таки согревающим душу. А следующее согреет невероятным теплом. Синоптики говорят о плюс 16. Выходные по расчетам нашего метеокора Елены Дорониной станут разгоном к жаркому понедельнику. Ростов, ростовчане, друзья, всем большой привет, рада снова всех вас видеть. Ну что же, очередная рабочая неделя просто пронеслась незаметно, хотя в памяти оставила очень-очень много ярких погодных моментов, потому что было солнечно, морозно, дождливо, пасмурно, в общем, все разнообразие природы. Ну, правда, что не было только заветных плюс 15. Но поверьте, эта курортная температура еще порадует нас в этом ноябре. Да-да, кажется, что впереди должно быть только холодно, промозгло и зябко. Ну или хотя бы просто снежно и красиво, но нет, плюс 16 еще обязательно нас навестят.
Насчет такого невероятного потепления я не шучу. Уже сегодня ночью столбики термометров не станут опускаться ниже нуля. Плюс один под безоблачным небом. Днем в субботу небо затянут тучи, а воздух прогреется до плюс 6. Ветер с юго-востока непременно о себе напомнит. Его скорость 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление поползло вниз. Первый выходной день до отметки 759 миллиметров ртутного столба, а влажность повысится до 78%. В ночь на воскресенье будет даже теплее, чем субботним днем, плюс 8. Правда, теперь уже ночи будут тучными. Днем температура продолжит подниматься. На термометрах 12 градусов и уже с дождем, который к вечеру вообще перейдет в ливень. Ветер южный, умеренный, 3,5 метра в секунду. Стрелки барометров сбросят еще пару миллиметров. Влажность, наоборот, больше – 84%. Ночью на понедельник дождь при плюс 10. И вот мы приблизились к апогею потепления. Днем 29 ноября 16 тепла. Снова пасмурно и дождливо. Хотя в обеденное время осадки, вероятно, уйдут на перерыв и разразятся только в час пик. Утром и вечером. Видимо, чтобы мы не заскучали. Ветер по-прежнему с юга, около 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление низкое, 754 миллиметра ртутного столба. Влажность в норме, 76%. В субботу и понедельник магнитное поле спокойное, а вот в воскресенье неустойчивое. На этом все. Улыбайтесь и будьте здоровы. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он был на всей этой неделе, напомнит программа «Ростов главное». Ее можно увидеть на Первом Ростовском в эти выходные дни в 9:30 утра и 7 вечера. А наши новости ищите на сайте одинростов.тв и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии была Алина Николаева. Хороших вам выходных. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго».